Прекрасная и поистине светлая дата, День семьи, любви и верности, сегодня одна из любимых во многих счастливых семьях. Елена и Анатолий замечательный теплый праздник отметят на работе, где проводят большую часть своего времени. Супруги работают по одному направлению в отделе кадров межмуниципального отдела МВД Ленинск-Кузнецкий. Познакомились мы во время службы, нас связывает работа, у нас направление одно и то же. Занимались комплектованием личного состава отдела ГИБДД. Совместно. Девушка тут появилась в отделе УВД. Новая. Познакомились поближе. В ходе вот такой вот работы с личными делами. Так родилась наша семья. Хоть и работа общая, супруги видятся нечасто. Каждый в своем отделе. Бывает и дома обсуждают наболевшие вопросы. Елена и Анатолий считают, что главное в семье – это уважение, поддержка и терпение. Что касается семьи полицейских, то это еще и понимание всех особенностей службы. Ведь только вместе можно преодолеть все трудности. Мы оба работаем в кадровом подразделении, поэтому как бы по работе, по комплектованию мы связаны. Я общий отдел, Анатолий – отдел ГАИ, поэтому, когда мы комплектуем отдел ГАИ, как бы мы работаем совместно. Сейчас у нас уезжают сотрудники в командировку в Северокавказский регион, в Уфу на саммит. Туда-сюда все отправляем сотрудников. И так вот и получается. Да, и мы вот как раз по отбору прохождения медицинской комиссии полностью все вооружение и так далее, все полностью комплектование, все занимаемся, готовим сотрудников, отправка багажа. Золотое правило семьи полицейских – выходные проводить всегда вместе. Сейчас летом на работе горячая пора – командировки, трудоустройство, отчеты. Отпуск у Елены и Анатолия только в ноябре. Но самое главное, что 8 июля – праздник семьи, любви и верности. Они проведут хоть и на службе, но обязательно поздравят друг друга с этим чудесным днем.